был какая-то. Я вообще понятия, а когда это? Мне вообще в чате пишут, что 15 секунд. Сейчас придет мой помощник. Я не помню точно, где-то 10 ключ. Секунд где-то там. Иду я по коридору. Это коридор в фойе, и там лежит белый труп. Это у нас Марта. Так, на минуточку. Забаненный долбоеб, обращаюсь к тебе. Я так полагаю, ты имеешь в виду покер-дом, да? Покер-дом, который симпатизирует врагам России. И эту информацию ты взял откуда? Конечно же, из одного небезызвестного телеграмма. Но только один момент. Ты не удосужился, блять, своим мозгом куриного размера проверить, насколько эта информация, блять, достоверна, нахуй. И вот здесь вышел прокол. Поэтому сиди в бане, ты здесь, нахуй, не нужен. Все, если что, так, ну. Это, о, подожди, это она возможно, тебе сказала? Возможно. Потому что мне опять другой человек говорил, что он канадский гость. И не я же нас. Это придумал. И кто это же это, было, давай скажи. Если тебе говорила, я не говорил, я не говорил, я не говорил. Кто, кто? Варан, ты канадский гость? Я уже задолбалась в том, кто говорит, что он канадский гость. Нет, тогда БРМ. Ну вот. Нет, вы можете меня, Дангар, ты можешь меня, конечно, кикнуть, но тогда кикайте после этого Дангара, потому что зачем ты на меня машинишь? Почему я вообще? Так мне сказали, что я говорю, мне сказали, что канадский гость. Короче. Подождите, мне нужно инфу. Уведомление о бомбе, через сколько появляется. Ну потому что, блять, вот тот вброс, тухлейший, просто тухлейший гнилой вброс с якобы какой-то хуйней, вообще непонятно, блять, откуда взятый, блять, даже. Вот этим вот секундным, блять, кусочком видео, непонятным нахуй откуда взятым. Потому что такой хуйни там уже нет миллиард примерно ли. Но, конечно, блять, нахуя проверять? Нахуя проверять? Мудила, блядь. Я скину бомбу. Ну жми в любом случае, нам надо. Так, ну, мы с Бейлом обсудили и все-таки сошлись на мнение, что это Натаха подрывник. Ну каким боком либо я подрывник? Вы что, издеваетесь? Не, подождите, давайте так, от обратного пойдем. Давай, говори. Давайте просто скипнем, доделаем. Да. Нет, это херня, сейчас надо кикать. Смотрите. Да, блин, я не давал бомбы тогда, я в начале раунда был, если варан поедет. Нет, ну послушайте такой момент. Если мы, давай. Смотри, нет, ладно, другую фигню развиваем. БРМ была Амогусом, правильно? И Софа, допустим, тоже была Амогусом, но я ее подорвал на ее смотри, же бомбе. У нас сейчас, Амогусом, подожди, у нас остается... Вкинул? Почему я в БРМ вкинул тогда, ты мне ответь. Что за логика да подожди, я не говорю, что это ты, я говорю, что у нас нейтрал. Я говорю, что у нас сейчас есть нейтрал. А не Амогус. Короче, поэтому я говорю, я делаю квесты, и Антоха видела, как я побежал вниз и протирал эту, как его, статую. А у статуи чего нет? Глаз? Могу сказать, а. Да ладно, скажи, что это такое? Чего нет у нее? Вот чего. А вот было бы все шикарно, а? Короче, я понял, Натаха, до-до, смотрите, просто в себя по КД вкидывает один голос и кричит. Я поэтому говорю, пожалуйста, умоляю, мирные, сделайте по квесту.
Глупый варан, ему не победить. Чё, ну смотри, спорим, сейчас пожар включат? Я вообще Антоху вообще не видел. Ну, ты смотри, как будто знал, да? Как будто знал, что пожар включат. И потушил, смотрите, сам потушил. Ну ты какой, а? Да не, на подрывнике в такой ситуации тут уже хрен выиграешь. Смотрите, есть небольшая инфа. Я подумал то, что это варан поджег пожар и убежал от него. Варан потушил пожар. Так и было, да. Так и было. Амума. 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 Интересно, Додота может? Амума. 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 Или подобное. Ну давай, я дам сумму, ты. Я потому что уверен был на 100%, что его включат, и его, включили. Ну ладно, го квесты покушу. Делать, забей. Давайте квесты. Так быстрее будет. Абума, 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 абума. Да я фу на квесты иду. Абума, 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 абума. Арон! Абума. Абума, абума. Абума, абума. Да-да-да, абума. А был Толстосум, конечно же. Сокол. Ага! Ух, 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 ух. Давай проверим, Додо ты или нет. Иди сюда. Давай. Иди сюда. О, опа! Я поджег. Блин, и дверь закрыли. О, да, детка. Они что выиграют? Ну, сейчас убьют и все. Ну, ладно. Как же вы верили варану все это время? Варан-красавчик вообще. Но мы я быстро в начале раунда прошло секунд 30. Да я тайминг этот не знал просто. Но, блин, да, наверное, сходилось все это он. Мы тебе уже не рады. Привет, гид. Привет. Я тебя не врал. Не, я понял, я время. Подожди, а когда ты не ставил больше нейтралов тогда или что-то? Я нейтралы, да, поставила. О, включил. То есть именно внутри пожара, да? Король Наварального царства, да. Да, он был с нами. Он был с нами в этот момент, Дмитрий. Что с ней будет-то? Уходим, да ко мне некуда идти. Не успел. Ну ладно. Пы-пы-пы-пы-пы-пы. Все равно на первом раунде это не сделать. Не-не-не. Главное, сейчас пока не умереть на первом раунде. Так. Гитман, твой ДПС, нам в рот не влез.
Отличная работа. Нашел труп Антохи около музыкалки, и когда бежал с колокольчика, потому что я стоял, думал, звонить не звонить из-за света. Решил не звонить, то что это софа. Почему я? Короче, когда выключили свет, я слышал, как Антоха пела какую-то там... Отвратительную. Это не пение, это не пение. У меня вопрос. А как бы РМ убили? Подруга. Жестоко. Как бы РМ убили? Потому что я тебя так, послушайте, я вам так скажу. Выключился свет, я убежала от БРМ, я побоялась, что она меняет сама, но подруга, я видела два трупа, ребята. Послушайте, последний труп был незадолго до репорта. Второй труп был незадолго. Короче, смотрите, я говорю, подруга 100% убила БРМ. Я шериф, я убью Софу. Блин, я медиум, я видел. Ладно, я верю в ей трупы. Я шериф, я убью Софу. Так что, подругу накидываем? Меня налево, не надо подругу накидывать. Получается, накидываем. Еще раз, ребята, я медиум. Кей говорит, в нее надо, он говорит, что он шериф, он накидывает в нее. Что? Так, точно, подруга, все, чуваки, колокольчик дергаю, кикаем. Все. Я шериф, я пойду убью Софу. Да, почему подруга? Голубь тут рулезная птица. Потому что ты назвалась медиумом, подруга. Так, и что? Я ничего не поняла, нафиг. Смакарок. Так, расскажите, что у вас произошло? Потому что я нашел труп подруги в итоге, когда выключили свет. Мне кажется, Кейк промазал и попал по подруге. Я бежал за Кейком. Смотрите, я бежал за Кейком, он бежал за Софой. Я хотел посмотреть, как он рассечет ее пополам, но бах, выключили свет. И я пробежал наверх и пытался найти труп. Слушайте, подруга точно была... не хорошим персонажем, она врала свою роль. Вот вопрос, кто ее убил. Убил ли ее Сокол? Гитман. Еще более нехороший персонаж. Гитман. Это был не я. А, ну тогда ладно. Я верю. Ты орк, кем тогда Софа. За Софой и за подругу убили. Сколько у тебя ролей? У меня настоящая одна. А почему я? Стальные, а кому? Для а зачем ты мне в углу тогда говорил другу? Ну в углу говорят самое сокровенное. Почему я? Ладно, хорошо. Ну, все, я спрашиваю, не важно. Так, блин, шестерых обкакать, ну, конечно, тогда. Тяжело, да, тяжело. А ну, ладно. Да почему наебу, скип-то? Почему скип? А кого, по-твоему? А ты говоришь, почему, Дмитрий? Ты Амонгус, получается. Почему? Я не говорю, почему. Это ты говоришь, почему. Я почему потому говорю в другом смысле. Потому что подругу надо было кикнуть, за ее пришили. Какой бред. Аркадий, ну что ты вот начинаешь, Великий что ты начинаешь вот этот вот свет? Починит нам свет. Я починил. Ни хера тут народ. Это я был, если что. Господи. Боже. Люстра и трупик. Так вот Софа. Кто убил Софу? Кто убил Софу? Так и... Нет, подожди. Все нормально. Да, кто убил Софу? Варан, Бейл, Аркадий, Натахи. Дмитрий. Звони в колокол. Да зачем нам звонить в колокол? Так. Ну, если это не Гитман, то только Натах получается. Больше никаких вариантов. Но надо звонить, чтобы больше внимания к этому привлечь. Ну, я просто чуть-чуть позади шел. Кекова, типа, за тобой следил. Я так полагаю, и все, и он живой? Значит, все нормально? Нет. Мы бежали втроем. Бюргер приедет холодный. Держу курс.
Я буду говорить. Потому что нас разделяла люстра на тах, а Могус бы не мог на ту сторону перебежать. Смотри, я был в коридоре, сделал картину, пошел на библиотеку, открыл вот эти вот книжки лежат и сразу за репортом. Да какая разница, что это за информация-то вообще? Не-не-не, время, сколько ты говоришь? Какое время, Еще раз говорю, смотри, мы втроем приходим. Над люстрой труп, не от люстры мертвый, а снизу два человека, которые не могли пройти через эту люстру. Соответственно, остаешься только ты один. Разошлись на картинах. Так, а он же мог убить, пройти под люстру и скинуть люстру. Мог быть он Дода и Софа Дода, типа дуэлянта. Мог. Как тебе Бургер Кинг, я что-то стал с Ангус кайфовать. Мог и так сделать. Ангусы там нормальные. Да. Это было бы невозможно. Может, кого-то за спиной хотел убить? Блин, это были мертвые Амогусы. Они скинули люстру. Кстати, да. Да, может быть, мертвый Амогус. Мы же выкидывали. И Софа метла с подозрением на Амогуса. То есть Натаха Сокол. С подозрением на Амогуса. Сейчас не откатится. Долго еще? 3, 2. А чё квеста не делаешь? Чё стоишь? Таким вот, друг, ты просил подождать. Я жду. Все, можно идти? Давай. Опа, смотри, закрылась дверь. Вот прикрывал бы меня Дмитрий, был бы жив сейчас. Короче, Дмитрий в коридоре, мы из этой, из музыкалки шли. Так, ну вот все, четверых уже вполне реально. Гитман Эспер. Конадиан? Нет, нет. Гитман Эспер, походу, ребят, Гитман пришел ко мне. Он просто стоял? Я его попросил постоять. Где это было? Успел бы добираться время? В террасе, выше коридора. В террасе мы с ним общались. Ну это, конечно, сильно выше. Мы прям вот внизу коридор, где люстра. Вот. Ну, в теории, конечно, 10 секунд хватило бы добежать наверх. Ну, блин, что-то далеко, да. Не знаю, не хочу брать такую ответственность. Гитман, ты эспер? Нет. Ты только что соврал? Нет. Нет. Ладно. Короче, я считаю, что, знаете, молчать — это вообще не в стиле Гитмана. Это вообще не то, как он играет. Ну вы опять, что ли, все в скип? Ой, в пень вас. Ну сказали, скипаем. Да ё-моё, ну вы давайте еще на последние секунды говорите. А так сказать, что в Гитмана нет? Так в смысле, вы зачем жмете скип до того, как вообще все что-то договорили? Я самый последний нажал. Как оно делается? Раз. Два. Блин, попал. Рандом мстителям, да? Я люстру уронила. Погодите, а Гитман голубь. Как же Софика хороша с люстрой. Варанчик, у меня эспер не работал, вообще никого не убила. Вообще никого не смогла почему-то. Ну тут ничего, не поделаешь. Ну уронили люстру. Короче, люстра и Софа хотела меня убить, я ее убил, и я думал, как потом мне оправдаться, то что это она. Надо было сказать, что линчеватель, блин, а? Он с ним был линчевателя? Эспер так, не работает. Так, Натаху мы, соответственно, правильно вычислили, но почему-то не кикнули, ладно, хорошо. Ну а потом, как всегда, пошло. Орг, там нельзя было кикнуть, потому что, смотри, был профессионал, голубь и сокол. Это три в пропуск. И три мы мирных. Так соколу зачем, если он играет против Амогуса и сокола? Он не может голосовать. Ой, в смысле, голубь может голосовать. Голубь может, но голубь тоже скип бахнул. А зачем голубю скип, если ему выгоднее играть с одним убийцей, а не двумя? Гитман, ждем твоего оправдания. Что? А может, в какой момент? Эспера, потому что он сломан. Говорит, что он не работает. 3 на 3, да, когда было.
Может, отключить? Эстер не работает, когда говоришь. Да, он не работает, да. А в кого я должен был по вашему голосовать? Аркадий, я понял, что делать. В Натаху, типа, когда мы заливали, что он типа убийца или сокол. Но я хотел, чтобы Софа меня... Я видел, что ваши доводы были неубедительны для меня. Как ты видел, что я маф? Но она есть. Ну все, поехали, орк. Курьер забрал мой заказ минут, наверное, 15 назад. И знаете, в чем прикол? Он до сих пор не вышел еще из заведения. Потому что он забирает заказ рядом. Месье Китман, вы не видели Антоху? Нет. Понятно. Это самая конченная, конечно, вот тема у Яндекса. Это... вот это вот, заберет заказ еще один и потом сразу к вам. И в итоге, блядь, ваш заказ он забирает за 2 минуты, а чужой, блядь, ждет потом еще полчаса, нахуй. Просто конченая хуйня вообще, абсолютно. И в итоге приедет ко мне просто, блядь, ледяной, нахуй. Во, наконец-то он вышел. Здорово. Спасибо, блядь. По итогу сейчас лавка раньше приедет. Так, прикол в чем? Увидел труп, мимо меня пробегал варан, но он ничего не сказал. Может быть, это морф? Подожди, куда он пробегал? Куда? В каком направлении? Западное крыло. Вот прям смотри, я забегаю. Это было как идти к свету, где вот. Тогда морф, я варан только что сверху встретил в ванной. Я только подошел к орку, сказал, что он страшно пошел. Короче, нет, ты ничего не сказал, ты просто прошел. Я ему спрашиваю, ты видел БРМ? Он говорит, ну, он вообще молчит и все. И я такой, странно. И нашел труп. Кто с меня сверху мог взять? А, не, ну, в самом начале я заспавнился с Кекой, но Кека не подходит по времени. Почему? А меня не слышно, блин. А там же можно превратиться спустя какое-то время. Не сразу. Сначала сэмпл у меня там. Ну, Кега, что-то мутно вначале себя ввел, что-то вот что-то туда находится. Можно взять образец, ребят, извините. Можно взять образец и позже приводить. Это не я, если меня обвиняли. Так, ну это вообще, вообще не аргумент. Ну я скипнул. Как? Гитман сработало три раунда. Ну, блин, у нас трое мертвых. Я не знаю, моя... кто, я видела только Аркадия по пути. Где-то я в ванной была, я что, это... Нет, где-то вот сейчас надо встретиться. Зачем я тебе? Блин, ну я тебе объясню потом. А, ты меня убить хочешь, да? Нет, я тебя точно убью. Блин, а бы не... А, да? Вы меня убиваете. А сейчас засчитает? Маю, ты не видел? Засчитал. Отвали. Да ладно, ты был. Ням-ням-ням. Стервяй, да ё-моё, на стервяй. А, хорошо. Хватит убивать меня первым, в конце-то концов. Я думал, что это но я как-то плохо вкинул. В итоге, блин, это Бейл оказался. Я заменила сегодня Кекса. Блин, я, короче, сейчас бегу наверх, а у меня прям это, стрелочки разбаиваются. Там несколько добычи такой, куда пойти? Кого сожрать? А я смотрю, вы так ловко бегаете, жрете. Да, да. Спасибо, спасибо. Мне было очень приятно. Мы прям в жизни выдавали в ПКД. Да, я... Начинается потом тела. Да реально, так вкусно было. Ух. Я даже наелся.
Мне нужен мой бро. Мне нужен мой... Ну, блядь, ну что ты сюда идешь? О, чел. Ну нахуя, что, места что ли мало? Больше идти некуда. Я встретила тело, тушечку БРМ в восточном вот. Мы вместе подбежали с Гитманом увидеть. Я его просто сначала не так видела, было, потому да. что думала, какое мне задание сделать. Я смотрела на карту, да. Гитман, я делал рыбалку и видел на экране, как Гитман бежал ко мне стремительно. Ну, я шел в ту сторону, а что там, Софа осталась? А я еще что? Софа, Гитман нет, Антоха, подруга нет, я, то есть нет. Кто остается еще? Я тоже нет. Ну, все, да, вверху были слева. Получается, нет, типа, я рели нет. Аркадий, это самоубийство. Бейл. Да нет, это точно я не самоубийство. Тут дело не Аркадий, подождите, тихо. Мне кажется, БРМ шла, подскользнулась и упала в озеро. Но тело при этом в восточном крыле. Оно всплыло там. Да, и переместилось. Оно всплыло, да. Не, всплыло, понимаешь, типа... Нет идеи. Так, ну, никто ничего не видел, получается. А ты, ну, а ты типа, кека мне рыбачил. Сказать нечего. Mm-hmm. Ты рыбачил совершенно рядом с местом, где умерла Бэром, да, Кека, ты имеешь? Ладно, я скажу, я видел орка перед тем, как он перерезал ей горло. Нет, я тоже орка видел, это не он. А ты чего тебе сказал то, что ты орка видела тогда? Я видела то, что мы вместе пробегали с ним, и мы разминулись, это не Аркадий. О нет, так вы вдвоем? Дурацкая Софа, ты за нее я вот точно не сажу троих. Вот как я здесь сажу троих? Это же вообще дичь. Ну что это такое? Ну вот прям туда шла бы, там прям как знала, куда идти. Точно не подруга. Дурацкая Софа, блин. Не жалей меня, пожалуйста, в третий раз, я не выдержу этого, моя психика мне... Будешь оплачивать мне психолога потом. Дурацкая Софа. Еще один. Пойдемте, да? Гитман! Вот сейчас бы я победил, если бы не Софа. Надеюсь, этот ангар зарезали. Значит, все-таки это Кека убил. Втихую ходил и пожирал тоже покушал. Подожди, она была еще и уткой. Понимаете, я такой сталкер, поехал на Гитмана и бегаю за ним. Антош, зачем ты прожал саботаж? Мы Гитмана хотели кикнуть. Да, мы бы... Блин, он очень профессионально, значит, ел. Фак, а я ведь был прав про орка, Но это не я убил! Это ты убил! Нет! Да вы подозрительно угодили! Нет, это ты! Это убил Кека, Дмитрий, он же тогда рыбачил рядом. Это Кека убил, поэтому Аркадий-то отбежал в сторону. Ну не, просто там все так хорошо сходилось, я решил это подвязать. Так ничего не сходилось, просто это со слов Софы сходилось, потому что я невнятно объяснил. В смысле Кека? Невнятно. Вроде бы норма. Вообще невнятно. Это есть ам-ням. Ам-ням. Привет. Ну ты кто? Гитман, любишь азартные игры? Ребята, пора! Я еще и труп наступил на какой-то. Короче, варан Амогус, я мимик. Он меня решил проверить на Амогуса или нет. Он решил убить его, как убежал. Согласен, послушайте.
Можно я? Не-не-не. Не, сперва я, сперва я. Хорошо. Потому что Гитман вместе со мной стоит, у нас идет беседа, и он просто с кухни выбегает наверх в коридор, его обезглавливают на моих глазах и репостит его Натаха моментально. То есть это был профик, бегущий варан от Натахи, зарегал, и Натаха зарегал, короче. Я, короче, говорю, варан на я подтверждаю. Они знают и... меня, второе мозг. Просто скажите, в кого... Ой, вы не хотите варан. Меня слушать? Я буду с кем-то держаться. А может, канадский? Нет. Не-н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 е. Говорю, варан, это варан, это варан. Натаха, подойди туда же, пожалуйста, надо обсудить кое-что. Ребят, нам надо встретиться, они знают то, что мне на не, Натаха, давай там же, где ты говорил с вараном. Там же, где ты говорил с вараном, пойдем. Доверься мне. О, нет. Мимик, держись, брат. Кека, ну... К сожалению, нам придется продать да тебя. Подойди, ну они... Так вот пойдем, пойдем про. О нет, не надо. Я убежал. Я засала. Что? Мой Борис, только не нож. Зарезать? Нет, нет, я не могу, у меня нету такой. Так я бы всунула в спину. Делай это артистично, но... харизматично, я... давай. Порви нет, меня! Да... Ну сделай это! Давай! Жесть, вот это предложение. Хватит Господи, меня где вы раньше были? Все. Марта. А ждала, пока ты по мне соскучишься. Ну еще у тебя по заданиям. У меня? Я их не делаю. Это... Потому что о, ты... О, нет! Я не убивала его! О, нет! Кто это? Кто это? Нет, нет, подождите. Да! Кто вы? Вика и Орк, что вы делали на трупе... Кого? Варана? Или Кеке? Кого вы убили? Кека, да-да. Ты нашла Кеку? Расскажите нам историю. Так, ладно, хорошо, правильно. Ничего страшного. Это подумаешь, важно. Подумаешь, мы стояли и ждали, пока откатится, чтобы можно было посмотреть да роли. Нет, ну, пришла Брэм и прожала репорт. Зачем бы Брэм позевал? Это было на листьях или нет? Объясните мне. На листьях да, было, да, на улице. Да. На он наблюдал нет, за мной, нет. И он был смотрителем. Кека точно был мирным. Он был неправда, смотрителем, он наблюдал за мной. Это было не на листьях. В смысле не на листьях? На листьях. Ага. Я так скажу. Подождите, а Бейла когда убили? Вы, по-моему, до этого вы еще и с Бейлом ходили. Да, Бейл тоже мертв. Был жив. Нет, не было Бейла. Нет, бред, полный бред. Короче, я вам так скажу, ребят, тот, кто молчит больше всех, тот и подозреваемый. Это Софа. Я делала квесты просто. Это Софа. Софа 100% белый игрок, ребята. Она сделала тот же самый квест. Я ничего плохого не сделала. Короче, Брэм и подруга испортили вечеринку. Вот именно. Аркадий, у вас была вечеринка скорее с трупами. Всего. Вы уж извините, но мы не планировали трупы как бы. Но нет, скорее боже, всего. Ну что вы делаете? Зачем? Как же зачем? Так? Вы кикнули Амогуса. Зачем вы кикаете Амогуса? Все понятно, ладно. Короче, нужно было тебя... Ты говоришь, тащ феерию. Спасибо, Аркадий, спасибо. Кик, сорян, что обломал охоту, я не знал. Дмитрий, я не знал! Вы я только потом понял. Для того, чтобы выиграла Вика, боже, как вы хороши. Нет, вы пришли, если бы вы не пришли, то не выиграла бы Вика. Зачем вы пришли? Подождите, и что испортили? У нее день рождения, что ли? Я сказал же, Софа невидимка, увидите. Я никого не убила.
У меня тоже нет. А вот здесь у меня кеспадер, Софа. Чё-то не тушится. А нет, она потушилась, вторая и третья. Гид, все нормально тут было. Так, я на тебя... Ну я на кухне борюсь здесь все как. Сейчас сделаю. Я там, правда, квест. Что такое, подруга? Я делаю... О, и знаменитость убили. Какой ужас. Дорогие друзья, я нахожусь в студии, разливаю чаёк, вкусную, сочную, заваристую. Пробегает варан с такой мелодией. Ла-ла-ла, да, ла-ла-ла. Да, да. Не надо убивать Дмитрий. И... Ой-ля, дорогие друзья, нет. Так, послушайте, в этом раунде... Вампиры нет. Я очень ценный игрок. Я рекомендую вам со мной сотрудничать. Да подожди, орк, в студии Нокпиру у меня убили за спиной прям, вы чё, рофлите, ну, это ну. Был варан. А минусы будут? Подожди, минусы? Дима, какая пожалуйста. Тебе Нокпира не говорила роль свою? Потому что она прибегала, говорила. Нет. Ребят, сейчас вы офигеете просто, я переломлю голосование. Я не говорила. Сейчас Дмитрий такое Белл, будет, да, это да, просто я жесть. Да? Аркадий, да. Позвольте свое мнение. Варана, варана. Я знаю одно, Софа, так? Что да, варан... Инфу. А, нет. Короче, так, сейчас, я проголосовал, Бейла, все. Бейла я, короче, все. Да это Белл, смотрите, смотрите Белл. На результаты, просто поесть. Посмотрите сейчас. Как хорошо, что меня опять убили в первом что? Раунде. Что? А почему Дмитрий? А почему Дмитрий? Я не знаю, я не понимаю. Просто так. Сука, просто так! Просто так! Просто так! Опять я почему? Просто так! Почему, Дмитрий? Почему? 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 А я наоборот не хотела. Я голосовала, Дмитрий, не вас. У нас не перекручено, что у нас... Три этих нейтрала и два мафа. Или это так задумано? Много. Я а, у нас проповедник дал кому-то. Так не, нормально. Нормально, потому ну, погнали, что у нас... Погнали. Я могу выключить сокола и стервятника. Не, зачем? Мы можем карту, мы можем вообще карту. Сокол не всегда выпадает. Пирамиду, пирамиду, пирамиду. Ну да, пирамиду. Согласна. Пирамиду. У нас амогусы могут убить нейтралов. На самом деле все в порядке, я не знаю, что там кто машнит. А чего вы не делаете? Варан, ваши голоса не работают в скип. Я хотел супер скип. Кстати, мы давно с проституткой не были. Мы давно с проституткой не были. Я шучу, почему. Хотите с проституткой? Пойдем. Я не знаю, что это, но пойдемте. Натаха, жмите, готов. Проститут. Там... А чё я? Чё я залег? Я тоже, ой, ой. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. О, всё. Мой дорогой хороший. А был голос Сова, Соколу, ой. А я еще бегу, и Брэнд такой говорит, не трогайте Аркадия, не трогайте его. Как передать лидера? Не хочу быть лидером. А, подожди, Вика не может зайти, да? А, все, поняла. Выходим, да, отсюда? Выходим. Выходим? Ну, получается, да? Она скинула новый код. Это новый код сюда ведет. Ну тогда выходим. А, новый код сюда ведет? Подождите, ничего не поняла. Че? В смысле? А. А ну-ка быстро спрыгай, бросай булку хлеба. А-а. Бросай конфеты, чай сюда, с парусом ко мне. Ведет ну, кот, нет? Ну, блядь.
Да блин. Был, скины новые на Хэллоуин, и там как раз скин-паука и скинчик. Ой, Дмитрий, теперь мы знаем, как ты без фильтров звучишь. Аркашенька, я вам дам корону, настройте, пожалуйста, все, мне на минутку надо отойти, а вы включите роли и запустите, пожалуйста. Да, окей, погнали. Вот включи Эспера, он глючный, пожалуйста, если... Ой, я пока посмотрю, что там можно на голову надеть. Да, 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 понятно. Скажи. Шкафчик. Не то, не то, шкаф. Не тут. А вот тут, окей. А где шкафчик? Вот. Окей, вот. Ой. Блин, а у меня тут нет ничего за серебро нормального. Да, у меня золота тоже нет. Ага. А, ну, в смысле, есть, но золота нет. О, блин, я хочу этот скинчик. Какой паук, а? Не-не-не, который вот эта вот девочка со стрижкой коры, или как она, с челкой, короче, блондинка. Так, ну что мы тут? Настраиваемся. Не расстраиваемся. Эх, золото бы. А можно серебряные монеты в золотые перевести? К сожалению, нет. Как-то неправдиво. Ну да. Робит там прикольный. А почему? Ну что, погнали? Работает серебро дороже золота. Погнали, погнали. Блин, теперь я не могу начать. Сейчас дам Бейлу. Да ну нет. Все давай, игроки начинай, должны быть готовыми. Но вы не готовы. Мы готовы. Вы не готовы. Да готовы. Я тоже не могу начать. Готовы. А кто не нажал? Готов. Отмените все, и я еще раз подарите. Я дал Антохе. Вот. Антохи нет, кстати. Я перенажала. Антохи нет. Она же передала Аркаше, чтобы, потому что она отойдет. Походу все, наигрались еще. Да? Не работает. Ну ладно. ГГ. Подождите, сейчас все будет. Тут есть скин соплей на шапочках. О. Так, слушайте, ну кнопка готов тоже не жмется. У кого-нибудь жмется хотя бы кнопка готов? О, у меня вы готовы, стоит. Жмется, да, жмется. Мне тоже было написано вы готовы. Странно. Я уже пережимал. Могу еще раз. Так, а у нас Антохи вообще нет, видите? Здесь. Да, она передала роль, сказала, что запускай, Аркадий, я отойду. Ну да, но она видишь, в лобби ее нет, но в списке игроков она есть. Она исчезла. Так, а зачем она отошла? Но она же типа могла остаться и отойти. А типа она вышла. Могла стать просто, да. Нет, говорят, что у нее запустилась катка без нас. Ну, вот и пусть теперь без нас. Я не обожрался. Ты что, одним бургером? Я тебя умоляю. Вы со мной разговаривали, нет? Извините. Без нас, да. А тоже давай к нам заходи. Это кек, конечно. Ну, это все починится. И тут и много чего пока поломалось после обнова. А что нам делать? Выходить или что? О, кек, ждать? Кстати. Ждать. С короной. Тоже же... О! Ну, так вот. Неплохо. Подонки все. Это однозначно. Так что мы делаем?
Ну, это была достаточно легкая. Блин, почему-то был отключен. Эспера надо вырубать. А что вы Эспера хотите вырубать? Что-то потому с ним что он не работает. Работает, говорят. В плане? Ну, за него нельзя убивать. Ну, в чате, да, что-то говорят, что он поломанный. В чате говорят? Вот. Ну, Софа многие. Была за него, и она не могла убивать. И варан да, также. Эспер надо снять, да. Но я убивал. Чат, ведите себя неприлично, я ладно? Вот. Ведите себя неприлично, вообще отвратительно себя веди. Вот настолько грязно, насколько это возможно. Курсы Эспера вам просто скинуть. Не, я играла за Эспера, у меня получалось, но в этот раз я нажимала. Угу. Это для умных. Так. Нашел кеку под парикмахерской. Ужас. Все было закрыто. Я искал вора. Там был Дмитрий Бейл, дело раскрыто. А вот и неправда. А вот мы-то вместе там были, мы там вместе были. Вместе были. Я уже давным-давно ушел к проституточке моей. И тут я вышел после тебя из парикмахерской, и дохлый кекс там уже Бейла лежал. Это был ты, все, дело раскрыто. Я у проститутки Бейла там не неправда. Было. Он врет, а? Вот так-то. Но он это проходил Гитман. Мимо фонтана он убил секунд 15 назад. Гитман Додо, короче. Ну, Додо и Додо. А кек-то как умер? Так, да я делаю мирные квесты, да, я всегда бегу делать квесты, но так, кто-то должен это делать. Просто очень быстро это было, я вот да я всегда срываюсь на квесты. Не-не, Софа норм. Я ей верю. А, я не в парикмахерской, я в мэрии. Я сейчас в этом... Ну да, так в парикмахерской было бы странно. Его там не было. А, да, кстати, да он проходил мимо, он проходил мимо. Не надо, вы опять на Додо ведетесь эти его уловки. Или Гитмана уловки. Гитман, хватит нас путать! Я сказал, что это был Бейл. Я вам дело раскрыл. Он Додо, он себя проголосовал. Это Додо. Он себя проголосовал. Ребят, вы слышите еще разок? Я не Додо, я мирный. Гид, чё будешь? Не, я какой пакет взял. А, я молочный коктейль просто наливал. Потушили, молодцы.
О нет. Значит, ситуация такая. Был я в мрачном квартале, тушил хижину. Я ее потушил. Ко мне прибежали орк, Вика и Софа. И после того, как я потушил, они убежали. Я пошел через порт и на пристани, на левом пирсе, нашел Вику Картер. Угу. Снова труп и снова ты рядом. А на пожар-то кто? Во второй точке тушить. Кто на пожаре-то? На пожаре я видел варана. Я ушел. Да, варана я тоже встретил на пожаре. Так вот мы и были на пожаре, вот в чем парадокс-то. Ну так Вика отделилась от вас или нет? Что было с вами? Вы бегали на пожар. Вы бегали втроем. Мы прибежали на пожар. На пожаре были... Так, еще раз, кто его потушил? Варан точно был на пожаре. Гитман потушил. Я спросила, как тут с пожара? Вы сказали, да при чем здесь это? Короче, это орк и Софа. Нет, Дмитрий, ты ошибаешься. Ну, блин, они бегали втроем, и они не говорят про Вику. Они не говорят про Вику. Они просто про нее умолчали. Рядом не было, Дмитрий. Меня не было с ним. Да не надо, он Додо, вы опять, он же в себя голосует две, уже который а раз. А тут сразу двоих меня можно? Сейчас убьют, и вы об этом узнаете. А, тут типа в тюрьму тебя сажают или что-то такое? Что? Бежала. Я с ними не а бежала. Там что-то я с ними не бежала. Я убежала первая. Я открыл, да. Я не бежала с ними. Ну. А с... Все, ладно, Орк, хорошо. А где был ты? Где был ты? Где Антоха? Да мы бежали на этот, на пожар. На какой? Я бежала... Мы бежали на пожар. Мы бежали, смотри. Так, вообще все началось с того, что мы бежали. Я, Бейл, Вика и Софа вчетвером. В чем проблема? Нет, мы не бежали вчетвером, вы бежали втроем. Как это вы не бежали вчетвером? Мы потушили... Потому что я остался специально в здании, в этой хижине, чтобы не бежать с вами. Вы были втроем. Как тут можно вообще кого-то найти? Никак. Итак, господа, раз, возвращаемся два, три, к вопросу о теле Антохи на левом пирсе. Я специально после потушки первого пожара остался в хижине. И орк с Антохой точно убежали вместе. Софа говорит, что она с ними не побежала. В любом случае, орк говорит, мы бежали. Но он ничего не говорит про Антоху. Впереди. Тогда давайте в орка голосуем. Мы бежали голосуем. До пирса. Так еще раз объясняю, как все было. Бейл, мы пришли на пожар, на первый. Там внутри стоял Бейл. Ну, Дим, ну ты в себя проголосовал в прошлом раунде, 100%. Я не голосовал в себя! Кто мне голосовал, скажите, кто мне голосовал? Я голосовал, я уверен, что он убийца. Я не голосовал. Ну вот, один, давай, кто? Гитман и еще кто-то. Возможно, кто-то другой. Еще кто-то, и кто? Не признаю, я не Додо, я же сказал, я мирный. Да он Додо. Подожди, но он опять суетит уже три раунда подряд суетит. Из-за того, что мы сейчас никого не выкидываем, все, мирные ГГ остались только эти нейтралы. Нейтралы. А, я сам. Ну вот опять, ну. Жесть. Все, победил. Да. Ну, а вы опять ведетесь на это? Вы каждый раз на это ведетесь? Дело раскрыто, я говорил. А я говорил, никто не слушает, конечно. Зачем слушать этого чела? Он вообще не шарит же. Не подходите. Лучше бы тоже все квестами занялись. Что ты, отзвонить собрался, да? Вместо того, чтобы квесты делать. Да, косп, ладно. Ну, теперь пожар надо тушить. Пикуй меня!
Чёрт, Аркадий! Как вы не повели? Жесть, Дима, как ты читаешь это? Я просто не понимаю. Я знал, кто вы, варан, я знал. Меня вообще не слушают, просто ноль. Тебя никто не слушает никогда. Просто ноль. Я как наблюдатель этой игры, между прочим. Если честно, я голосовал в Аркадии. Последним голосованием. Да я видел все голоса, да я знал, что и Бейл не в себя. Вообще. У меня же роль, которая видит все голоса, кто за кого голосует. О! Это мы любим. Вараном закусить, как было бы вкусно, господи боже. Если у нас не будет, о нет, ну Гитман, ну выплюнь, ну пожалуйста, ну выплюнь, ну выплюнь, я, ну тебе нельзя жирное, тебе будет потом изжога, несварение. Идемте подкрадываться. Зачем оно тебе надо? Ну пожалуйста, одумайся. Ну ладно. Ты очень, кстати, интересный собеседник. О, Дмитрий, мы с Гитманом тут вообще не перестаем болтать. Гит, вот скажи, чего ты в меня на голубе в додо вкидывал? Он уже пробегал. Он сейчас тебе тысячу аргументов приведет по этому поводу. Может, я подожду, естественно. Гитман просто не останавливается, он болтает без умолку. Ну, сейчас, может быть, нам еще кого-то подсадят. Уйди! Блин, Гитман, но... Кадешечка. Я, конечно, не ожидала от тебя, Гитман. Ты, ну, конечно, ну, я думала, о таком люди не говорят. Нет, ну, о таком обычно ну, молчат. Ты хоть скажи, как ты в Вов-то поиграл? Ну, на это ты должен ответить. Ну, типа, одним коротким словом, типа, норм, класс. Так себе. Да. Как дела у вас? А, господи, короче, я подхожу к месту, где стоит Аркадий, Марта и кто еще с вами был? И мы убиваешь! Вчетвером. Убиваешь на ваши глаза! Не убиваешь! Я увидела, что падает труп. Я увидела. Я его... Нет. Марта, я его при вас зарепортила, потому что вы его не репортили. Подруга, у тебя голос. Тебя кто трогал? Меня да там Марта. Мы ходили. Так, подожди. Послушайте, мы ходили. Подождите. Да подождите! У вас четыре ручки. Я не успеваю. Я, подруга и Кека бегали весь раунд. Весь раунд. Вот мы спускаемся вниз. Нам навстречу выходит Брэм Софа. И, пожалуйста, Кеки нет. Кека от вас не отходил? Вообще не отходил. Мы весь раунд. Короче, или Софа, или Брэм, скорее всего, виноваты в этом. Он сказал, вот откатилась, и, по-моему, в Брэму Что, вы в Софу? Господи, ну можно говорить-то. Я ни в кого, я даже скип не нажала. Софу не надо. Так. Мне кажется, это странно. Короче, либо, подожди, либо это невидимка среди вас была, либо Эспер, потому забавно, что я как будто невидимый просто, как этот, как в фильме «Привидение» просто. Да расскажите мне, блин, оба! Я же жал! Конечно! Мама. Рассказывайте мне сказки два могуса, я блин! Я что-то понять не могу, меня простите. Убивают, вы... Это чё, блин? Да вы, блин, вы не понимаете. Я не знаю, я вас подругой стала. Ребят, вы в курсе, что тут нужно голосовать? Я вам верила!
А, если вы видите убийство, да, нужно сказать другим об этом, сообщите тиммейтам. Я вам так скажу, да, молитесь, молитесь просто, чтобы вам не попался Гитман на пеликане. Он мне все уши прожужжал. О боже. Переставая, базарил бесконечно. Это соболезную, Антош. Я просто схожу с ума, никто в жизни так много не говорил, как Гитман. И третий раз за сегодня уже. Ну что ты будешь делать, а? Так, да что? Я не понимаю. Что ты все с нами? Что? Хватит говорить. Хватит говорить. Why are you running? Why are you... Остановитесь, вы на сек... Say something. Why are you running? А где Варан-то был? Я пытался Варана найти. Так, подруг, простите. А, Варан жив. А куда ты исчез? Что ж за мной пришел? Потом появился БРМ, Варан исчез и... Я сделал свое грязное дело и ушел. Я не трогал Варана. Ладно, хорошо. Я думал, он мертв. Он меня вообще... Все, сори, сори. Натаха делал квест Амогуса. Блин, я думаю, чего так тихо стало? А как ты заметил-то, лол? Помнишь, вот у тебя была роль, когда ты что-то меня там говорил? Тишину услышал? Ну да, я просто... Я не... наушники впервые громкость прибавил. Ну ты поаккуратнее с этим. Ладно, в общем... Ну, скипаем? Да, ну я думал, что Варан мертв, поэтому извините. Все. Наташа, что это такое? Я тоже не понял, не хватит в голос меня. Додошечка. А вдруг шпион, вдруг шпион? А может, Додо шпион, да. Додо шпион. Ах ты скотина. Короче, мы с Вараном мутили замечательную рыбалку на Амогуса, но дело в том, что удочка и рыбак внезапно поменялись местами, и в итоге я должен был умереть и поймать Амогуса. Варан за меня должен был. Но в итоге умер Варан, и поймал я его. Дмитрий Бейл! Впереди еще 5 часов кайфа в Вове. А где труп-то? Так в смысле... Я только что с вами был. Вот я только что и вышел, встретил Бейла, который шел от трупа Варана, который стоял, приглядывал. Ты меня встретил, я тебя даже и не видел. А где это было? Дайте инфу на секунду. Давай, да, давай. Это под... между парикмахерской и мэрией. Мы были в парикмахерской. Да, а я на набережной. И как ты меня встретил, и как я успел оттуда добежать? Булщит. Нет, я не видел Бейла. Я на набережной. Да, Бейла я видел своими глазами. Ну да, я вот тоже. Я тоже Майю видел, я на набережной. Так, то есть БРМ и Бейл, получается? Подождите, стойте, Аркадий Дадошет, Аркадий Дадошет. Возможно. А, господи, я ведь... Мы с Вараном ловили, вы же с ума сошли. Бейла, алло. Два карата, локоны, ё. А нет, ну опять все не кинул.
Ну что, отлично, пододошили. Прекрасно. Спасибо, Антош. Минус голосование. Все. Колокольчика у меня нет, сами решайте. Мне теперь кажется, это дело. Ты разводишь нас. Он вот в следующий раз. Это вам. Так, что еще-то? Бля, а что квесты-то не заканчиваются, я не понимаю. Скорее бы в WoW снова. Ух, так будет здорово. Просто жесть. Как же будет круто. Звоночек. Ай, домен меня убила. Вы рофлеры, что ли? Он опять убил прямо на моих глазах. Натаху, вы что, с ума сошли? Ну, ну давайте послушаем орк, короче, теперь ваши гипотезы. Это фул вранье. Это фул вранье орка. Просто фул вранье. Я рассказываю. Давай. Угу. Можно, можно я? Короче, да. Все бегают друг за другом. Вот это вот суета. В какой-то момент я теряю всех в тумане, и на меня резко высовывается Натаха. Я могу один раз это сделать. Я сделала, и из него вывалился Дима Бейл. Угу. И кого я там убил, орк? А? Что с лицом-то? Что пеликана с лицом? Что? Додошер! Что, с ума сошли? Что вы несете? Пеликана, я убила Додошер! Они вдвоем, это Антоха и Бейл, вы не понимаете, короче, что фу-ски, Подруга, БРМ, Софа, сейчас, пожалуйста, поскольку у нас пока большинство голосов, вы поймите, что в данный момент Антоха, Бейл, два Могуса. Бейл я уже на двух местах поймал преступление. Меня не было. Поймал уже дважды. Поверю, Аркадий. Не видно, кто Вика. Вика проповедник. Может, а может, может, может съесть. А может и не быть. Можно съесть. Ведь пеликаны... Спасибо, спасибо. Блин, его спасли, но его выкинули. Да пипец, сука, он еще и додошер. Да, да, да. Так, пойду за Антохой наблюдать. Ой, опять для умных. Да блять, ну четвертый раз! Так, у нас все живы. Смотрите, пеликаны могут есть всех, даже амогусов. Так что это не защищает, по сути, Дмитрия, то, что он типа не амогус. Он может быть амогусом. И, видите, вот, да, вот, все говорит правильно Аркадий. Но да, кто же второй? Я, понимаешь, Соф, я-то видел, что Натаха бежал, и Антохи рядом не было никакой. Она вообще ушла налево. Я вам объясню. Послушайте. Да. Ты амогус? Нет, я инженер. Смотрите, смотрите. У нас закончилась бы игра, если бы было два амогуса. Поэтому все мы сделали правильно. Антоха второй амогус. Мы, во-первых, сделали уже вывод. Во-вторых, я натурально говорю, что я убила. Он говорит, я не видел. Нет, нет. Я видел, потому что, как забегает Натах, прибегает Бэйл и убивает ее. Мы уже решили, что ты Дадо, а Софу надо выводить, и мы побеждаем. А почему меня выводить, инженер? Так, не надо слушать Антоху, вы не понимаете, что блин, ли, что у нас одно один голос. Подожди, до победы. Если ты смогла убить, значит, один ты или голос. Или амогус. Все. Да что, ну куда инженер! В Софу-то? Я инженер. А если она смогла убить, значит, она амогус или линчевать. Я не понимаю, думайте! Я для чего говорю? Что делать роль Толстосума? Это роль для меня. Это нужно делать квесты. Это, пожалуй, сделаю. Вот так вот Софа доверилась, да? По щекочу бинт это. А кто амогус?
Антоха. Она дала кому-то второй голос и видишь, проголосовала, зачитала. Я в Антошу. Я в Антошу проголосовала. Угу. Потому что она же смогла убить. Все? Оказалось, не все врут. Аркадий смарткастер. Замуровали демоны. Убийство. Самое ужасное. Посмотрите, прямо здесь. Господи, неужели успели до КД? Так, короче. Дело замечательно. Не делайте этого со мной, пожалуйста. Послушай, я не хочу выбирать среди вас двоих. Смотри, Антоша — проповедник, который увеличивает количество голосов на голосовании. И поэтому возможно, что сейчас у тебя больше голосов, чем есть. Антош, и поэтому все зависит поэтому исключительно он от хочет, твоего чтобы голоса. Ты проголосовала в него, ведь он... Нет, подожди, послушай, подруг, ты всегда мне верила. Виноваты БРМ, Софы. Господи, и вот эти нет. Люди. Ты голосовала, как я тебя просил, а теперь накажем их всех, голосуй в меня. И плевать. Нет, пускай Антоха мучается, голосуй в меня. Нет, подруга, накажем Антоху. Знаешь, голосуй выбор, в меня! Себя. В меня, Накпир, не надо в себя, иначе одна выиграет. У тебя только один вариант, или в меня, или ГГ. Я что? Себя проголосовал, разбирайтесь сами. Что? Ты проиграла нам игру, подруг, иди в пень, идите в пень все. Ля, какая же Вика хорошая просто. Жесть, богиня, что? Зачем, богиня? Подруг, зачем? Это... А при чем здесь Вика, если это Марта тупит? При чем здесь Вика вообще? Верили. Я не голосовала в него. Да, но орк-то говорил, что это он, что типа это я на его глазах убил. Он врал вам в лицо, будучи Додо, а вы поверили. Дайте посмотреть второй раунд. Все было правильно. Вот сейчас возьмите, откройте и поймите, что я вам говорил всю правду. Пускай я и был Додо. Но да, вы но сами в него свалили. Пускай я был до-до. Вы зря слили Софу, Соф, прости. Вероятно, да, ты просто... Я не понимаю, подруг, что вот зачем? Все хорошо. Вообще, короче, вот так, я же говорю, у тебя не было другого варианта. Когда за что? Поехали. Она, скорее всего, Амогус. Вот реально, угу. Когда... Так, все, я отменяю свой. Жестко? Нормально, сейчас на рандоме затащим. Как-нибудь. Если не убьют в первом раунде. Это вам. Это мне.
Точнее, Софа была этим... как ее? Пеликаном? Самым, она тем самым была. Сожрала нас, и все. Да, и да, она сожрала нас с Бейлом, и смотрите, что есть прикол. Она взорвалась, у нас есть Эспер, потому что, когда она умерла, или невидимка, рядом никого не было. Она пробегала мимо всей толпы, Аркадии и так далее. Вывалились. Вот посмотрите, кто стоял на месте в этот момент. Я не знаю, я видел что-то похожее на баг игры. Возможно, это как-то связано с этим делом, но я не буду им пользоваться. Значит, невидимка. Антох, Эспер же выключили? Я не буду им пользоваться. Выключили, да, да. Это, наверное, невидимка была. Да. Ну, короче, инфы нет. Скип. Ну, да. Мы Софу буквально секунду назад видели. Ну, так она мертва, секунду, все, она ну, пеликан, да, забей. Она, пеликан, мы в ней сидели, вдвоем было. Подожди, а то, что Кекс до сих пор живой, вас не смущает, да? Так он хотел второй раунд посмотреть. Я договорился, я нашел мафов и попросил их не убивать. Я знаю двух мафов. А я бегаю вокруг него и охраняю его. Блин, назови одного хотя бы на всякий пожарный, если тебя убьют. Мафов, мне никто не признается. Как ты это делаешь? Подруг, после того, что вы устроили... Вам санкции, вам санкции. Здрасте. Это вам. Ага. Ну, опять для умных. Как же сложно, ужас. Привет. Ну, мы просто были все вместе, профилактика от голубя, хотя он не успел бы столько начихать, но на всякий пожарный. Как же смешно было. И играют там судебные дела стоят. Ни одного трупа, давайте быстрее. Не мешайте нам играть. Подождите, подождите, а разве БРМ... была мертва. Но если верить Натахе, я никого не... Ладно, может, я ошибаюсь, мне казалось, что они мертвы. Да. Очевидно, что это Бейл, видите, он видел, что все стоят в толпе, он ничего не может сделать, и он специально завел колокольчик. Ничего не произошло, да. Пойдемте теперь. Да, все в пар. Пойдем. Окей. Хорошо. А я посетитель, если что. Забил уже. Хорошо. А я темная личность. А я инженер. Да, да, я очень богат. Это что, Канада была? Это Канада была? Я не понял, что случилось. Тих, ты подождите, подождите. Вы угадали, стойте. Я канадский гусь. Окей. Додо, не помните про Додо? Не-не-не-не-не, там тебя не было с нами, там мы все стояли у бара, наливали коктейли, и, возможно, это хотелось, ну, типа, килл в толпе, что-то такое, но это был супер быстрый репорт Канады. Ну да, там надо было типа, нажать на первый ребята, момент, а? Я между ними стоял, если что, ребят, ну, для репорта. Ребят, ну очевидно, что у нас, среди нас профессионал, и поэтому труп зарепортился. А я канадский. Но
Но почему зарепортила на тебя, а не на меня? На Кпира кому-нибудь вообще сказал, что она канадский гусь? Не, не говорила. Я канадский гусь. Вот я с ней бегал, а он мне тоже не говорил, что она канадский гусь. Тогда, погоди, погоди. Почему она не говорила такую важную информацию? А как по-вашему, убил канадского Бейл, а зарепортил... Нет. Прунь. Если. Да. Боже, блядь. Давайте победу. Кир. О, нет. Ребята. Мне просто интересно. Аркадий, я почти ребята. Да, ребята. Я понял вас. Стрелочка у вас и правда есть. О, я тоже ластецкая. Погнали. Предупреждение ластецкая. Как же гиперластец? Как, Гитман, я кину на тебе метку, чтобы следить, как у тебя здоровье. А чё так быстро-то? Подождите, я даже ничего еще не сделал. Жесть. Ну ладно. Фух, сейчас поиграем. Это не я! Следующая ситуация. Мы стоим вчетвером на площади. Я, Марта, Софу, собственно говоря, убили. И была Ластецкая, Вика на древо. И Софа понял? Умирает, но рядом с ней никого нет, короче. Да подожди, никого я видел, что не было. В общем, она Эспер. Умирает. Блин, не могли ее попозже убить. Понимаешь? Эспер. Реально, видимо, Эспер, реально. Да. Так нет, Эспера выключен он. Дангард, ты отошел только от нас подальше. Кто тогда? Эспера нету, есть невидимка. Я в банке находился в этот момент, я в банке. Но это не Димка. Димка не невидимка, если что. Димка, это правда. Димка, понятно. Это правда, Дмитрий Бейл не совершает никаких странных действий. Для фарма голды, какая лучше профессия в личи? Абсолютно точно. Для фарма голды лучше ходить в голды КП рейды. Это да. Жесть, это не было. В голды бит, точнее, рейды. Я готов! Стойте, стойте, а Аркадий-то мертвый еще. Еще Аркадий мертвый, ребят, мы вообще пропустили. Ой, да забей вообще, поехали, скип. Забей, поехали. Скип. Аркадии помирают в Азероте каждый день. Что с ним, что каждый раз удивляет? На них качаются, фу. А это мега-гиперластецкая или прям, ну... Это прям совсем мега-квадролостецкая. Квадро-трипла. А еще и с триплом. Квадро-трипл? Представляешь? Не трахается. Так. Только не диалог. Отлично. Это какой-то кошмар. Мы с Викой пошли вместе чинить на фабрику этот бойлер или что там. Ну, короче, внизу то, что. Ну и натыкаемся там уже на труп варана. Ну, блин, ребята, да, что-то мне кажется, что это Дмитрий и Антоха. Вы, конечно, меня очень простите, но вот так вот друг другу поддакивают в этот раз. Нет, потому что мы вместе ходим, вместе. Мы но я еще ходим, хоть как-то могу понять, но Вика да, точно не Амогус. Фу, не Амогус. Канадская? Мирные голоса. Чем докажете? Чем докажете, что это было канадское убийство? Давайте. Не-не-не-не, подожди, доказательства, давай доказательства. Я не делал, мы
Не-не-не, вот давай, что это вдруг за канадское убийство? Доказательство. Тебе не кажется, что он очень активно? Так почему? Он никому не говорил. Мне говорил. Не говорил, врешь. Нет, говорил. Нет, врешь. Вика вторая. А Вика вторая, а Вика вторая. Ты нет, уверен, нет, что это Вика нет, вторая? Нет, 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 нет. Конечно, уверен. Ты слышала оправдание? Нет, нет, нет. Ага. Привет, Гитман. Пока, Гитман. Отстань! Отстань, Гитман! Нет! Помогите! 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 Бежать и убить меня! Нет, Вика, пожалуйста! Ладно. А меня Гитман хочет убить. Все здесь. Марта жива? Значит, ну, господа, мы собрались по очень важному вопросу. Дело в том, что нам нужно понять, кто второй Амогус. Есть подозрение на Викторию. Это Гитман. Вика еще после вчера, он так сказал. Дима ничего подозрительного не делает. И вот это, ребят, мне кажется, что-то было... Да. Если мы выкинули Дмитрия Бейла, который убил канадского гуся, то если вы внимательно слушали Викторию, которая говорила полную ересь, что Дима ничего не делал и так далее, она его оправдывала, потому что знала, что никто не видел, и никто не поверит, что это канадский. Но мы же поверим, что это канадский. Значит, это второй. Подождите, мне кажется, Вика Дудо. Да. Дайте мне Вику, оставьте все. В смысле, дайте мне Вику, как интересно. Хорошо. Мы просто так отдадим Дангару Вику, я правильно вас понимаю, да? Ну, получается, что так. Я Дудо. Я боюсь, что на Дудо. Давайте. Но если, смотрите, если я умираю сейчас, значит, Вика Амогус, если она раньше успеет нажать. Блин, а если тебя кто-нибудь другой убьет теперь и на Вику подумают? А вот, ну... Дангар, логика железобетонная, прости меня. А, вот, нормально, все, мы сейчас разберемся. Все, только подожди, один не делай, давайте встретимся. А где тюрьма? А где она? Где этот полицейский участок? Блин, если она раньше успеет побить, нажать. Так, где Дангар? Отойдите, да что вы рядом-то стоите, я сейчас кого-то из вас убью. Нет. Беги, гномик! Нет, я не дамся вам, ублюдки! Беги, гномик! Убийцы, твари! Короче, я сейчас нажму... Спокойтесь! Зачем вы друг за другом-то ходите? А что вы, то есть вы порезали Вику и все разбежали спокойно? Кто это сделал? Признавайте, пусть. И вы это мальчик. Подозрительно бегал Гитман, за ней очень Гитман подозрительно бегал, мне кажется. Ну, Гитман, это сделал Натаха, мы его сами попросили об этом. Да, но если это Кека и Натаха, я буду очень смеяться, конечно, ребята. А зачем ты стрелки? Подожди, кто ты, Натаха? Ты кто? Я прикалываюсь. Да кто, лещеватель я, кто я? А, ну, получается, что у нас еще один Амогус есть. У нас или Амогус, или Сокол есть, или Стервятник есть. Гитман, а ты кто? Честно, можешь сказать? У нас есть какая-то нейтральная роль еще наверняка. Вика, мне кажется, была Дудо все-таки. Ну, Гитман не признается. Он бы признался, если бы он был мирным. А тебе не кажется, но что Гитман правда. И Вика были двойными Дудо, поэтому они друг за другом бегали? Ну и Гитман, допустим, бы пытался убить Вику. Ну, почему-то представляю, что он хотел его спасти. Дудо, я не понимаю, почему. Во-вторых, да, Вика играла с Дмитрием Бейлом. Она не может быть двойным Дудо. Она либо один Дудо, либо Маф, либо Сокол какой-нибудь. Ну, короче, Стервятник. Ну, возможно, она была нейтралом. Окей. Еще. Либо я она скипнула, была нейтралом. Я не понимаю. Квесты, давайте квесты доделаем. Да, давайте квесты, все. Ой, меня вкинул кто-то. И в гита кто-то кинул. Я в пропасть. Парни, не знаю, кто вас кидает уже. У меня уже мозги плывут, честно. Все, давайте просто сделаем квесты. Вам веры нет никому. Вообще просто такие никому. Эти... Квесты, говорит, давай сделаем! Бля. Давай, говорит, квесты сделаем.
Так. Ну где? Есть сейчас и надо. Опа. Все прочитано, как всегда. Вот она собирает сейчас. Только ей нужно в ней. О, нет. БРМ убила, похоже, и убежала. Нет, Фека, я не убивала. Я пошла сначала направо, а потому что... Подождите, там было какое-то мероприятие, значит, потушенное. Потом я встретила тебя, и у меня стрелка налево ушла. Я вообще никого не убивала. Если вас кто-то может мне проверить, кто-то проверяет меня. А Гитман умер, да? Гитман умер же. Да, Гитман умер. Да. А ты же зарепортила, нет? А я вниз побежал. Подожди, Фека, стой. А ты где нашел труп Гитмана? Где был? Короче, Накпура, почему ты не репортишь труп, во-первых, ответь? А я не видела ни одного труба, в смысле, хорошо, я тушила пожар. Хорошо, под тобой труп, БРМ выбегает из парикмахерской и убегает. Ну, это БРМ, и это я был... Не вы... я... Подожди, это БРМ. Но это была знаменитость, была. Если что. Стойте, если... я не кто выходила не из парикмахерской, там а сверху была моя история, но я... Я проверяю в Кике в этот раз. Она сразу будет проголосовать. Да, Гар, ты издеваешься, я говорю, что я не выходила из парикмахерской. Блин, ты чем слушаешь? Марта, ну это ты убила. Мои хобби. Диско танцуй. Вы вдвоем молодцы, что ли? Пинг-понг. И солнечная ванна. Я попутал. Прости, Куплинов, да, перепутал. Бездельник какой-то. Извините. Ну, смотри, она могут ему, ладно, тебя наговорить. Да. Так смешно, господи, боже. Простите, ребят, я просто сгорела, реально, мне прям... Ты очень мило горишь. Спасибо. Это было прекрасно. О, боже, господи, этот гений. Мне плохо. Мне плохо, реально. А да, Антош, спасибо большое. О, эти договорники. Блин, Антох, ты, короче, красава, конечно. Ой, Натах, так хорошо, что ты попустил этих бездарей. Господи. Да, это правда. Натаха просто с этими Антохами играть больше не буду. Давайте всем. Вы не играете. И там буквально два квеста за всю игру сделали. В чем прикол, все жители Дангара? Ну, народ, типа, уже устал, типа, так, фанятся просто. Не всегда же киберспорт киберспортивный должен быть, понимаешь? Иногда можно и пофаниться. Давайте по квестам выиграем. Почему я такое ощущение, что вот те два квеста, которые были сделаны, их все равно я сделал, несмотря на то, что я хуйней занимался весь раунд. Глупые вараны. Беги.